Но это слишком ярко. Будет неестественный цвет. Ну, может, это выдуманные фрукты? Сказочные? А разве я прошу вас выдумывать? У вас есть конкретное задание нарисовать натюрморт, как вы его видите, в реальности. Вот рисуйте. Ну, а как же так? Художника без фантазии. А для того, чтобы стать настоящим художником, сначала нужно освоить технику. Этому я пытаюсь вас научить. Ладно. Евгения Игоревна, можно вас на минутку? Женя, познакомьтесь, это Светлана, наш новый менеджер. Здравствуйте, очень приятно. Это Евгения, преподаватель нашего центра. А у вас какая-то своя методика преподавания? Кнут и кнут? Я так понимаю, без пряника? Я такого никогда не видела. Что вы заканчивали? У Евгении нет профильного образования, но это совершенно не мешает ей работать. Дети ее просто обожают. Да, заметно. Я считаю, конструктивная критика помогает развиваться ученикам. Ну, это очевидно. Вы специалист в области работы с людьми. Ну, а вы, видимо, в области живописи. Александр Евгеньевич, я буклеты принесла от пиарщиков. Ну, они, конечно, половину напутали, но главное поняли, что мы первое предприятие по производству полимеров в области. Ну, слава богу, спасибо на этом. Ну, что, сейчас развернемся, свой пиар-отдел открой. Оставляй, я посмотрю. Спасибо. Да, конечно. Да, мам. Привет, сынок. Привет. Ну, ты как? Как устроился? Да все хорошо. Нашли новых инвесторов, работы вал. Все спрашивают, почему открыли производство именно в этом городе. Ну, я так отшучиваюсь. Говорю, что здесь аренда дешевле. На самом деле удивительно, почему люди не знают, какие у меня здесь богатые ресурсы. Ну, ты у меня молодец, я тобой горжусь. Спасибо. Ну, а я тут... Торчу теперь в Москве одна. Так скучно. Так приезжай. А чего, продай бизнес или найми управляющего. Какие проблемы? Здесь хорошо, мам. Слушай, хорошая мысль на самом деле. А что? Уйду на пенсию. Буду помогать тебе внуков нянчить. Не забывай, Соня уже взрослая. А Мира еще молодая. Не начинай опять, хорошо? Слушай, а почему ты не женишься на ней? Ведь хорошая девушка. Столько лет уже прошло после смерти Веры. Ладно, приедешь, поговорим. Ок, ты цела? Вроде норм. Вставай. Ты куда летишь, олень? Блин, сорян, я тебя вообще не заметил. Не заметил, потому что под собой надо смотреть, гонщик, блин. Да я вроде смотрел. Смотрел. Хочешь мороженое в качестве компенсации? Можно. А я? А ты не заслужил. Иди вон с детьми тренируйся кататься. Я думала, это только у нас зимой мороженое едят. У вас. Где это у вас? Ты откуда? Из Москвы неделю назад приехала. Я здесь вообще никого не знаю. Вот пришла в парк посмотреть, что здесь да как. Ну, это мы быстро исправим. Во-первых, ты теперь знаешь меня, я Рома. Соня. Очень приятно. А во-вторых, у меня завтра день рождения, поэтому приходи, познакомлю тебя еще с кучей хорошего народа. Тема. А то. Ты какое мороженое будешь? Лакомку. Тогда две лакомки. Ну что вы меня такими большими глазами смотрите, девушка? Я же говорю, был телефон в руках и улетучился. Вы записывать что-то будете или нет? Или у вас тут не полиция, а Шарашкина контора? Значит, вы у нас потерпевшие, да? Где вы были в момент ограбления? На улице стояла, профсоюзная 25, на углу с универмагом. Профсоюзная 25. Записывайте, записывайте. Сможете опознать человека, который у вас отнял телефон? Ну нет, конечно. Что же, не сказала бы, что ли? Это куртка черная или пальто. Может, вообще полтергейст какой-то был. Полтергейст, да. Может быть, версия рабочая. Записывайте. Ну, что, мы все зафиксируем. Домашний адрес, марку телефона указали? Ну, конечно.
Ну, замечательно. Как только найдем, мы вам сообщим. Наконец-то, хоть один нормальный человек в этом дурдоме. Я пошла? Да, можете идти. До свидания. До свидания. Из города пока не выезжайте. Хорошо. Угу. Ничего себе. Ну, вы даете. Я вообще не понимаю, как с такими людьми общаться. Ну, какой полтергейст? Ну, что за бред? Да потеряла она телефон. Просто понимаешь, что никто так искать его не будет. Ничего себе. Как вы быстро все поняли. Опыт. А вы, надо полагать, наш новый сотрудник, да? Да. Я Ника, стажер. Клим. А я обедать сейчас собиралась. Может быть, составите мне компанию? Все-таки нам работать вместе. Ну, почему бы и нет? Отлично. Приветики. Привет. Приветик, дочь. Ну, как там в парке? Раньше было очень красиво. Ну, так и осталось. Кстати, я познакомилась в парке с прикольным парнем, и он позвал меня завтра к себе на дыре. Так что, в принципе, я довольна приездом. Угу. Классно. Парень симпатичный. Да, клевый. Вот Мира меня понимает. Ну, еще бы. Слушай, дорогая моя, ты не слишком ли быстро разогналась тут с этими дыре? Что за парень? Чем занимается? Я разогналась? Угу. Ты вообще-то с моей мамой тоже познакомился в 17 лет. И, наверное, лучше меня знаешь, чем молодые люди занимаются в таком возрасте. Так, ну давай, не груби отцу, ладно? Пап, просто признай, что я вся в тебя. И отпусти меня на тусовку. Алик, ну правда, пусть Соня сходит на день рождения, познакомится со своими сверстниками. Это же так здорово. Ну, Вера, не собираюсь здесь быть самым злобным отцом, правда? Но мы тебя завтра отвезем, посмотрим, что там за клевый парень и насколько клевы у него родители. Договорились? А то мало ли что. Ну, все, договор. Mm-hmm. Пап, ты у меня лучший. Конечно. Мам, слушай, посмотри, нормальная рубашка? Ну, может, мне майку синюю надеть? Тут что-то я туплю не могу выбрать. По-моему, все прекрасно. Замечательно выглядишь. Не слишком я такой, ну, на пафосе? Нет. Подожди, что происходит? Кто к тебе придет, Калис? Мам, ну, как ты все это понимаешь? Ну, как, я же твоя мама. Ну, давай, рассказывай. Ну, с девчонкой я в парке познакомился. Позвал ее сегодня к нам. Надеюсь, что придет. Так, а как зовут девчонку? Соня. Соня. Ну, будем ждать твою Соню. А что ты Ромке в подарок купила? FIFA. Игра такая для приставки. Думаю, может, он вообще в такой не играет. Футбол, что ли? Футбол все мальчишки играют. Я думаю, ему все равно понравится. Первая любовь — это так трогательно. Спокойно. Мы только познакомились. Он пока что только друг. Но симпатичный. Очень. Я прям завидую этому чувству, когда это все впервые. Кажется, что все по-настоящему. Как это давно было. Да, Алик? Да. Ваш? Спасибо. А вы не на день рождения случайно? Случайно, да. А мы тоже, в смысле, Соня, ее Рома пригласил. Да вы что, Клим, это Рома, мой сын. Здравствуйте, я Соня. Очень приятно. Звонок сломался, а я все никак, руки не дойдут у меня починить, представляете? Еще клещи куда-то. Соня, ладно, мы поехали, да. Я увидел отца так. Ромки, уверен, что с тобой будет все в порядке. Хорошего вечера вам. Да ладно, ладно, ну что, в самом деле, куда вы уезжаете собрались? У нас стул там, давайте как-то уже. Нет, нет, неудобно, мы хотели дочь да проводить. Да ну, бросьте, ее никакого неудобства нет, тем более, слушайте, ну, там мужчин-то больше нет, кроме нас с вами. Вы хоть компанию не составите. Ну, если
Ключики нашел, так. Женя, мы дома! Прошу, давайте, давайте. Ромка, иди сюда! Ромка, а ну иди сюда! А, держи подарки. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Вот это волна. Как будто раз и накроет сейчас головой. Пап. Какая ты у меня талантливая Женька. Просто в новой квартире все по-другому, понимаешь? И пишется совсем по-другому. Столько света, такой простор. Ты вся мать. Она бы тобой гордилась. Молодец. Подожди. А ты почему на работу оделся? Смены поменяли. Надо выйти сегодня. Ну, пап. Ну, у тебя же сегодня день рождения. Мы планировали отметить. Что там, в твоем продуктовом магазине? Больше некому грузы перевозить? Не дуйся. Завтра выходной, вот и отметим. Хорошо. Ну все, я пошел. Продолжай ловить вдохновение. Все, пока. Пока. Привет. Привет. Заходи. Давай. Как дела? Все хорошо. У тебя как? У меня тоже ничего. Я тебе тут такую штуку принесла. Обалдеешь. Да? Новая книжка. Просто бомба. Я за ночь прочитала. Там про талантливого мальчика и философский камень. Хм. Прям тебя напоминает. Да уж ладно. Я, кстати, твою Веру на лестнице встретила. У нее был такой счастливый вид. Ну так это потому, что Владислав Валерьевич нам сказал, что он напишет рекомендации, и у нас все шансы на поступление. Круто же, да? То есть ты поедешь в Москву? С ней? Жень, с ней мы просто химией занимаемся. Ревнуешь? А если ревную? А если ревнуешь, то срочно прекрати. Мы уже тысячу раз об этом говорили, я поеду в Москву с тобой. Кстати, сейчас надо решать. Мне ведь поступать скоро. Жень, ты передумала? Что такое? Я не могу отца бросить, Алик. Ему сейчас тяжело, ипотеку выплачивать надо. Он мне сегодня соврал, что ему на работе смены переставили. А я-то чувствую, что он просто подработку взял, чтобы концы с концами свести. Жень, ну ты все равно не сможешь жить всю жизнь с отцом. Ну я правда не могу, Алик. У него ведь никого нет, кроме меня. Ну, значит, и я никуда не поеду. Институт никуда не убежит, а будешь готова, поедем вместе. Ну а как же? Никак же. Я тебя люблю. Это сейчас самое важное. Уж точно. Важнее химии. Здрасте. Ну, здрасте. Я, наверное, пойду. Так быстро уходите. А, да, я просто книгу занесла. До свидания. Пока. До свидания. Ты не о том думаешь. Тебя ждет большое будущее в Москве, и поэтому сейчас тебе нужно сосредоточиться только на поступлении. Мама, можно я сам разберусь, на чем мне нужно сосредоточиться? Нет, я вижу, что не разберешься. Ты скоро уедешь, и поэтому Женю придется забыть, с этим надо смириться. Мам, ты меня не поняла. Если мне надо выбрать между Москвой и Женей, то я выбираю Женю. Все, я никуда не поступаю. Ты с ума сошел? Женя тебе не пара. Она по статусу тебе не подходит, понимаешь? Она всегда останется посредственной провинциалкой. Неправда. Женя очень талантливая, она собирается учиться на дизайнера. Алик, не смеши меня, какой из нее дизайнер? Вот Вера прекрасная девушка, умная, интеллигентная. Присмотрись к ней, тем более она едет с тобой. Мама, ты меня плохо слышишь? Я никуда не поеду, ни с какой Верой. Точка!
Лер, привет. Привет, Алик. Что-то случилось? Да, мать совсем с ума сошла. Привет! Мы знакомы с Женей, со школы. Я приду. Ну, давайте, ну, ну, давай, вас, да. Давай, давай. Так, проходи. Ну. Что вы здесь разыгрались-то? Пойдем в комнату. Пас давай! Пас! Давай, давай, давай! Давай. Пас! Пас! Бей! Бей! Гол! 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 Красава! Так вы, получается, учились в одном классе? В параллельном. Я в Б, а Женя в А. Даже удивительно. Да? А мы же не познакомились, она ведь еще училась. Так это... Мы же могли видеться. Конечно, могли. Вы столько лет вместе, надо же, такая крепкая семья. Уже почти 20 лет без малого, да, Жень? Да. Мы были знакомы еще до тебя. А потом Алик уехал в Москву с подругой. Да, это Вера, мама Сони. Она умерла при родах. Извините. Ничего. Да. Алик, я испекла твой любимый апельсиновый кекс. Пойдем чай пить. Я не хочу. Ну ты же его обожаешь. Я специально для тебя старалась. Алик, ну ты же знаешь, я всю жизнь работаю только для того, чтобы у тебя все было. Отец твой сбежал, помогать было некому. Ну теперь я обязан тебе по гроб жизни, да? Ну не перегибай палку. Я зарабатываю прежде всего на твое образование. И у меня к тебе есть предложение. В университете открыли курсы для поступающих. Я же все сказал. Да слушай меня. Ты можешь поехать в Москву заранее. Аттестат в школе тебе выдадут досрочно, как отличнику. Я уже обо всем договорилась. Мам, я без Жени никуда не поеду. Ну хорошо. Вернешься и заберешь свою Женю в Москву. Раз уж ты так жить без нее не можешь. И... Ты не будешь против? Нет, обещаю. Она успеет по тебе соскучиться. И решение о переезде ей легче будет принять. Она же сомневается, да? А ты откуда знаешь? Ну, я же женщина, чувствую. Вашим отношениям это пойдет только на пользу. Сынок, ну шанс такой упускать нельзя. Это же вклад в ваше будущее, в конце концов. Спасибо, мам. Привет, привет, привет. Напугала меня. Смотри, что у меня есть. Можешь поздравить меня с окончанием школы. Ничего себе. А как это? Вот так. Мама договорилась. А зачем? Подожди, ты что, все-таки? Жень, послушай меня. У меня есть план. Я сейчас еду в Москву на подготовительные курсы для поступления в университет. Потом у тебя все налаживается, а отец... разбирается с долгами, и ты ко мне приезжаешь в Москву. Мы сможем вместе жить. Ну, мы же договорились. Жень, понимаешь, ты все равно не сможешь всю жизнь жить с отцом. Я всегда буду рядом. Ну, по крайней мере, очень буду стараться, понимаешь? Ты подумай о нашем будущем. Мама даже не против наших отношений, так что можем... Привет. Алик, как здорово, что я тебя встретила. Надо столько всего обсудить перед отъездом. Я не знаю, учебники тащить с собой. Может, поделим, кто что берет? Вы что, уже все решили? Да. Конечно. Алик, она что, не в курсе? Погоди. Жень, я хотел с тобой поговорить. Не надо, я все поняла. Я не могу бросить больного отца, а у тебя новая жизнь с Верой и с учебниками. Удачи. Жень, да погоди. Сейчас, минутку. Прошу меня извинить, вызывает на работу. На псашок. А что за работа такая на ночь глядя? В полиции.
Серьезно. Ну, за знакомство еще раз. Давайте. Знакомство. За знакомство. Ну что, мы, наверное, тоже поедем, да? Не будем мешать. А Соню можно потом домой на такси отправить. Конечно, не волнуйтесь. Спасибо большое. Спасибо. Все было очень вкусно. Покунем? Да. Куда поставить? В раковину пока. Складывай. Кстати, все было очень вкусно. Спасибо. Я была очень рада познакомиться с твоей семьей. У твоего папы красивая жена. Молодая. Они еще не женаты. Недавно вместе? 3 года. Сначала Мира была моей преподавательницей по английскому. А потом они с папой начали встречаться. Понятно. Она тебе нравится? Да. Мира классная. Мы с ней как подружки. Я очень рад за папу. Надеюсь, они скоро поженятся. Ну, что случилось-то? М? Ты мне написала, срочно требуется моя помощь. Да. Я совершенно не могу разобраться с этими документами. А шеф приказал все это до завтрашнего дня сделать. Ты можешь мне, пожалуйста, подсказать, что в какие папки складывать? Ты меня только ради этого вызвал? Ник, я со дня рождения сына уехал. Клим, я же не знала про день рождения. Конечно, не стала бы тебя теркать. Я просто уже закопалась тут одна, я несколько часов сижу. Прости. Возвращайся. Я сама все доделаю. Да ладно уже. Все равно приехал. Давай, показывай. Чего там у тебя? Ты посадил Соню на такси? Да, все супер. Она клевая, скажи. Да, хорошая девочка. Да. Умная, интересная. Книжек кучу прочитала. А фифу знаешь, как она рубится? Может, это судьба, а? Ты же еще ее отца знала. Это прям нифиговое совпадение. Как его там? Алик? Да, Алик. А как вы познакомились? Я уже не помню. Интересно, он таким же умным был, как Соня? Да, таким же умным. И таким же симпатичным? Да хватит о нем говорить! Ну сколько можно? Ну избавьте меня от этих расспросов! Ну, что ты сразу-то начинаешь спросить, уже нельзя, что ли? Ром. Ну, прости меня, пожалуйста. Я просто перенервничала из-за дня рождения, из-за подготовки гостей. Я устала, извини меня, пожалуйста. Тон, мам. Успокойся. Доброе утро. Ты как раз вовремя. Мой фирменный омлет уже готов. Спасибо, Мир. Я не хочу завтракать. Что-то аппетита нет. Поеду в офис там. Вообще дел куча. Ну, хотя бы кофе выпей со мной. Не хочу. Спасибо. Там выпью. Очень вовремя это, Люда. Как всегда.
Да, Лёд, привет. Что такое? Что, прости? Я понял. Понял, говорю. Ладно, я сейчас туда поеду, потом в офис. Давай, пока. Что там случилось? У нас фуру по дороге угнали. Надо в полицию заехать. Черт. Привет. Привет. И пока, я поехал. У вас что-то случилось? В последнее время какой-то сам не свой. Ну, тогда пора использовать женский план Б. Что это? Ну, как во всех фильмах. Женщина идет, делает себе новую прическу. Покупает классные шмотки. Ее парень ее сразу не узнает. И влюбляется. Заново. Вариант. А, ты сама, небось, хочешь купить новые вещи и пощеголять перед Ромкой, да? Ну, не без этого. Угу. Чуть-чуть убери вот здесь слева. Хорошо, Ань. Вот, это вам. Документы на аттестацию. По новым правилам, любой человек, не имеющий высшего образования, должен пройти аттестацию. Чтобы мы были уверены, что его можно допускать до работы с детьми. Хорошо, я изучу. Ну, конечно, изучите. Куда же вы денетесь? Да, еще мы будем вынуждены пересмотреть расписание. Придется сократить количество ваших занятий. Это, конечно, отразится на заработной плате, но тут ничего не поделаешь. Организации нужны деньги. Если ваши курсы их не приносят, приходится искать замену. Такие новые правила. Удачного занятия. Ребят, работаем, не отвлекаемся. Да, все идет по плану. Скоро я избавлюсь от этой художницы-недоучки. И тогда вы сможете занять помещение в нашем центре. Да. А враги у вас есть? Да нет. Ну, по крайней мере, я о них не знаю. Может, конкуренты? У меня достаточно уникальный бизнес. Чтобы стать конкурентом, надо уметь производить нечто подобное. Понятно. То есть соображений, кто мог вашу фуру угнать, нет? Абсолютно. Тем более, что я вернулся в город не так давно, после 20-летнего отсутствия. Что я здесь уже не знаю никого. Но вы знаете Женю? Да, Женю знаю. Поймали на слове. Но это было очень давно. Что это? У вас были отношения, вы дружили? Ну, как сказать? Не то чтобы особенно, но... Город-то маленький. Все подростки тусовались одной большой компанией. Вот. Не более того. Понятно. Вот, привели тебе новую ученицу. Соня в Москве занималась рисованием, хочет продолжить. Возьмешь в свою группу? Ну, конечно. Здрасте. Проходи, пожалуйста. Здрасте. Спасибо. Наверное, надо решить вопрос с оплатой. Я на улице подожду. Да, спасибо тебе. Оплатишь в кассе при студии.
Мне нужно с тобой поговорить. А мне не нужно. Жень, пожалуйста, мы должны выяснить, что тогда произошло. Зачем? Все в прошлом, мы в прошлом. Мне нужно начинать урок. Жень. Ну ты вообще такая суперская. Спасибо. А я, кстати, записалась в секцию к твоей маме. И уже сходила на первое занятие. Ого, ты еще рисовать умеешь. Ну, вообще, я немножко рисую. Не как твоя мама, конечно. Она у тебя очень талантливая. Вот это мне повезло. Вокруг меня сплошь таланты. Ну что, пойдем на концерт? А то он скоро начнется. Пойдем. Что там за группа? Фу, это самые модные ребята у нас в городе. Что я в обмороке. Это точно ты? Конечно, я. Это просто новый имидж. С ума сойти. Я соскучился жутко. Ты прости меня, я правда в последнее время какой-то замороченный. Я исправлюсь. Приветики. Привет. Как концерт? Офигенно! Ты смотри, ты тоже в обновках? Заметил. Ты посмотри. Угу. Девчонки, какие вы у меня красавицы. План Б сработал! Что? Ничего. Так, девчонки, значит, я сегодня готовлю ужин. Просите все, что хотите. Сегодня ваш день. Да, я как раз хотела кое-чем тебя попросить. Угу. Ремонт в нашем доме почти закончен, и я хотела бы устроить небольшое новоселье. Позвать соседей, Женю с Климом. Я против. Почему? Ну, потому что я не готов приводить в дом полицейского, у которого был на допросе. Да, но ты же говорил, он помогает тебе найти преступника. Ну да, ну и что? Пап, если честно, у тебя какие-то левые аргументы. Я за тусовку на новоселье. Хотела бы, чтобы Ромка пришел. Алик. Ну, Алик. Ну, ладно. Пусть будет новоселье. Yes! Приятного аппетита. Слушайте, родители Сони позвали нас на новоселье сегодня вечером. Я не могу, у меня работа завал. Я неважно себя чувствую с утра. Ничего, все, обламывайте-то, а? Почему взрослые не могут нормально общаться, если их дети встречаются? Ого! Уже встречаетесь? Ты меня дедом только не сделай раньше времени, ладно? Пап, ну при чем тут это? Да при том. Да, мы с ней встречаемся, и что? Соня и ее родители, они правда будут рады нас видеть. Чего вы перлись-то не по делу? Ну ладно, я че, в принципе, могу. Ты как, Жень? Выпью таблетку, поедем. Вот. Другой разговор. Вы все-таки не безнадежны. Ну, поговори еще тут, а? Мне нравится, что очень грамотное зонирование в этом доме сделано. А вы как думаете? Да, ничего. Это, конечно, не конец истории. Я в целом, кому сейчас легко. Кстати, у нас же на мансарде есть телескоп. Круто. Можно на звезды смотреть. Пойдем покажу. Пойдем. Да. А знаете, у меня тост. Давайте выпьем за ваш прекрасный дом, вашу семью. И чтобы, как говорится, фундаменты того и другого были из самого прочного материала. Хорошо сказал.
Знаете, я вот все о вас думаю. 20 лет вместе. Это же такой, наверное, крепкий брак, что вы уже как одно целое. Ну, знаете, по-всякому бывает. Иногда, конечно, кажется, что человека знаешь как облупленного. А иногда, что и вовсе не знаешь. Так что... Извините. Как вы сказали, там тоже? И на втором этаже, да? Нравится? Хорошо. И обои будут рады, да? Сами. Отлично. Очень. Понятно. Сад. Понятно. Тоже вышла воздухом подышать? Да, там очень душно. Поздравляю с новосельем. Спасибо. У вас прекрасный дом. Скажи, пожалуйста, только честно, ты счастлива? Да, конечно. Женя, ты счастлива? Ты что от меня хочешь? Я не верю, что ты можешь быть счастлива. Я тебя прекрасно знаю, но не узнаю. У тебя взгляд какой-то потухший, как будто испарилась вся радость жизни, которая когда-то была в твоих глазах. Ну, возможно, это потому, что когда-то меня предал человек, которого я очень любила. Поэтому неудивительно. Я не понимаю, о чем ты говоришь? Издеваешься? Ты меня бросил, ты уехал с Верой. Ты меня сейчас про счастье спрашиваешь? Женя, у меня тогда не было ничего с Верой. Это же ты начала встречаться с Климом, я его прекрасно помню. Еще отпиралась почему-то тогда, потом замуж за него выскочила. Я провожу вас до магазина. Не стоит тут рядом. Вашему отцу повезло, такая заботливая дочь. Спасибо. Жень, может, сходим как-нибудь в кино? Спасибо за приглашение, но у меня есть молодой человек. Я понял. Тогда просто дружба. Это можно. И переходим на «ты». Ладно. Когда шкаф собирать будем, пожарь еще картошки. Мне кажется, я стал ее фанатом. До встречи. Так вот, почему ты не можешь со мной поехать, да? А мне так зубы заговаривала. Да нет, все не так. Нет, все так, Жень. А я, дурак, бежал прощаться. А, да, я уезжаю завтра, Жень. Я думал, ты меня тут ждать будешь. Не ожидал. По себе людей судишь, да? Так вот, ты можешь ехать со своей Верой куда захочешь. Мне все равно. Здравствуйте. Я хочу поговорить с Аликом. Алика нет. Он уехал в Москву. Как, уже уехал? Да, как и планировал вместе с Верой. Там они и поженятся. И поэтому, девушка, я прошу вас не беспокоить больше ни меня, ни моего сына. До свидания.
кого предал. Ты дурак, что ли? Если бы никогда не встречалась. Я видел вас вместе. Я ему тогда отказала. Я сказала, что мне нужен только ты. И мне. И мне никто не нужен был, кроме тебя. Пойдемте чай пить. Пойдем. Идем. Чай. Чай – это хорошо. Чай – это отлично. Идем. Винторт есть. Я специально в кондитерской заказала, чтобы поменьше крема было. Нам лишний килограмм ни к чему, да, Женя? Нужно Рому с Соней позвать. Они на мансарде в телескоп смотрят. Извините, мне нужно ехать. Ты чего? Отцу не могу дозвониться, может, что-то случилось. Поехали, отвезу. Не надо. Вы с Ромой позже приедете. Ты серьезно? Конечно. Ну, ладно. Спасибо, до свидания. Позвони мне только. Да нет. Хорошо, что заехала. Приятный сюрприз. А то я тебя в конце недели только ждал. Ну, я как-то соскучилась. Это еще приятнее. Пап, а я хотела тебя спросить, ты помнишь день, когда Алик уехал? Смутно уже? А почему ты спрашиваешь? Да я тут вдруг вспомнила про него. Он же тогда меня в Москву звал, потом резко передумал. И, может быть, ты что-то помнишь? Вы же тогда с его матерью вместе работали. Да. Она была против вашего романа. То есть она все-таки вмешалась тогда? Дочка, ну какое-то сейчас имеет значение. Чего прошлое ворошить? Вы тогда были совсем зеленые. И семьи разного калибра. Зато сейчас у тебя прекрасный муж. Да, прекрасный. А ты разве несчастлива с Клином? Я его никогда не любила, пап. Нет, я его ценю. Он очень хороший человек, очень надежный. Я думала, может быть, у меня получится его полюбить, но у меня не получилось. Дочка, я тебе сейчас все расскажу. То есть вся финансовая ответственность за груз на нас во время транспортировки. А как вы хотели? Такой уговор был. Всех благ. А что, если что-то случится? Где мы возьмем деньги? Да все нормально будет. А если на работе узнает? Мы же сказали, что грузовик временно на ремонте. Проселочными дорогами поедем, и никто ничего не узнает. Вы же сами хотели заработать. Да хотел, но как-то это все. На что только не пойдет, чтобы на ипотеку заработать. Там? Колесо отпустило! Черт, тащим запаску. Не нравится мне это, и так опаздываю. Не каркай! Я такси никами отделался,
А вот Игорю Владимировичу не повезло больше. Сотрясение мозга. Пап, папа, ты меня слышишь? Женя, что с грузовиком? Угнали. Вместе с грузом. Черт. Да, попали так попали. Максим исчез, на звонки не отвечает. И, скорее всего, он вообще был в сговоре с угонщиками. Не зря они только меня одного по голове ударили. Но вы же понимаете, что вам придется возместить стоимость машины в полном объеме. Но мне и так ипотека. Екатерина Васильевна, у меня нет таких денег. Ну, хоть режьте. Но мы могли бы договориться. А каким образом? Я на все готов. Вы же знаете, что мой сын встречается с вашей дочерью. Так вот, меня не устраивают эти отношения. Ну, при всем уважении, по-моему, это не наше с вами дело. Еще как наше с вами. Мне нужно, чтобы они разошлись. Знаете, меня, может, это тоже не сильно устраивает. Рановато ей еще шуры-муры крутить. Но у нее на пути становиться я не буду. Каждый сам выбирает свое счастье. Если вы поможете мне, то я готова закрыть глаза на пропажу грузовика и помогу оплатить ипотеку. Чтобы ваша дочь жила счастливо здесь с вами, в родном городе, в собственной квартире. Это хорошее предложение. Можете сразу не отвечать, просто подумайте над ним. Да, и вот два с мясом. Сейчас я кошелек найду. Да, вот эти? Да, да, вот эти. Они свеженькие у вас? Ну, конечно. Угу. Пожалуйста. А вот с картошкой и с яичками есть у вас очень хорошие. Где груз? Давайте. Меня ограбили. Нам плевать, значит, ты теперь должен его стоимость. Ты договор подписывал? Или у тебя квартиру заберем? Она в ипотеке. Тогда реши как-то этот вопрос. А то дочка твоя симпатичная тоже может пострадать. Не хотелось бы. У тебя есть 2 дня. Запомнил? Валера, он не понял, по-моему. 2 дня. Екатерина Васильевна, это я. Я согласен. Добрый вечер. Здрасте. Привет, душенька. Вот, познакомься, это Клим, сын моего товарища. Только поступил на работу в милицию. Очень приятно. Взялся Привет. Мне с ремонтом помочь. А я думала, в милиции круглые сутки преступников ловят. Так и есть. Поэтому я к вам зашел от работы отдохнуть. Вы ничего не ели, наверное? Я приготовлю бутерброды, а потом картошку пожарю. Отличная идея. Как я удачно зашел. А ты что такая хмурая? Так, я не понял. Что делаете? Алик, привет. Вы уже завтра уезжаете в Москву, и Верочка помогает мне собирать вещи. Иначе ты бы ничего не успел. Погоди, как завтра? Вот так все решилось. Сумма. Может и пересчитать. Пересчитай, Валер. А где ты деньги достал так быстро? Почку продал. Вам какая разница? Интересно просто. Все ровно. Ну, бывай тогда, мы в расчете. Дочке привет. Ты меня продал, пап.
Ты меня продал, чтобы решить все свои проблемы. Ты разрушил мою жизнь, ты понимаешь это или нет? Ты разрушил мою жизнь, жизнь Алика. Мы могли быть счастливы, у нас могла быть семья. Мы любили друг друга. Ну зачем, папа? Ну как ты мог? Женька, ну что ты такое говоришь? Женька, прости меня. Прости, если можешь. Я не знал, что делать. Думал, в петлю уже. Ну где мне было деньги за этот проклятый груз брать? Я хотел как лучше, чтобы мы жилья не лишились. Знаешь, что самое страшное? Я тебе верил. А ты меня предал. Ты предатель, папа. Дочь! Дочь!